Продолжаем выпуск. До 15 сентября привитым от коронавируса должны быть 60% сотрудников гостиничной отрасли. Для того, чтобы ускорить этот процесс, работников отелей поставят в отдельную очередь на вакцинацию. Региональные власти планируют дополнительно открыть 6 новых пунктов вакцинации, где прививки будут делать и специалисты частных медицинских клиник. Такие меры прежде всего связаны с увеличением количества заболевших в области. При этом основной прирост заболеваемости складывается за счет туристов. Для нашего региона эта цифра составляет почти 1,5 миллиона человек в год. И индустрия гостеприимства в данной сфере является ключевой составляющей. За прошлый пандемийный год гостиничный бизнес Владимирской области лишился практически 50% клиентов. Сейчас все иногородние туристы обязаны при заселении в гостиницу предъявить ПЦР-тест сроком не более 3 дней, QR-код о вакцинации или справку, подтверждающую, что в течение последнего полугода гость переболел коронавирусом. Но даже несмотря на эти меры, уровень заболеваемости все еще остается высоким.